Молодцы. Да, товарищи, что говорят. Да, пойдемте. Пойдемте. Да, прям можно. Пора собираться. Сразу готовы играть? Встреча за третье место в женском турнире Ремес-Веселова. Последняя встреча сегодняшнего турнира. Мы, как мы говорили, мы сделаем турнир памяти. Это не боюсь, что дети поправите на улице. Будете это играть? Если столы есть, давайте. Миллер Шалунова. До пятое место. Четвертое тоже нет. Можно. Мы же не будем, мы уже играли. Тебе надо? Да, хочу сказать. Я запустил, следил, гнал. Ну, я просто не смотрел, я потом, когда увидел эту половину, я тогда...
Вот, я радуюсь. Вот.
здоровье. Первое место заняла Дарья Дзюба, второе — Дарья Миллер. Здесь встреча за третье место. Веселова Маша против Ремес, не помню, как зовут. Ремес Валерия заняла третье место.